В Магаданской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании. На ее проведение в этом году потратят более 100 миллионов рублей. Во время летних каникул в трудовых, спортивных и профильных сменах отдохнут до 10 тысяч колымчан. Работать будут 63 лагеря с дневным пребыванием, 5 загородных и 3 санатория. Более 400 детей направят за пределы региона. Для родителей в этом году сохраняется 20% взнос от стоимости путевок, то есть родительская доля не меняется в течение уже 5 лет. Ну и 80% стоимости путевки берет на себя областной бюджет. Кроме проведения оздоровительной кампании, власти региона планируют трудоустроить около 800 подростков от 14 до 18 лет. Материальную поддержку в размере 2000 рублей несовершеннолетние получат дополнительно с учетом минимальной заработной платы.